По данным Росстата, в 2016 году инфляция в нашей стране составила 5,4%. Ровно на эту величину в Тамбовской области будут проиндексированы страховые пенсии более 250 тысяч неработающих пенсионеров. Это позволит обеспечить сохранение покупательской способности страховой пенсии. С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента или пенсионного балла, с учетом которого назначают страховые пенсии, составит 78 рублей 28 копеек. Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805 рублей 11 копеек. Таким образом, с февраля пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных всех видов страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Что касается работающих пенсионеров, то они будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. Что касается дальнейшего повышения пенсии в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальной пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, где они проживают. В соответствии с законом Тамбовской области от 31 октября 2016 года в нашем регионе прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установлен в размере 7468 рублей. По сравнению с прошлым годом эта величина не изменилась. Если размер пенсии неработающего пенсионера в совокупности с другими выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата. При подсчете общей суммы будут учитываться все виды пенсии, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством в денежном выражении. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».